Жизнь в аэропорту Красноярска кипит с самого утра. Каждый час делегации из разных стран мира прилетают в Красноярск. Франции, Норвегии, Швейцарии и Канады. Гости, заходя в терминал, получают музыкальный заряд. Их встречает народный ансамбль Краевой филармонии. Под аккомпанемент руссконародных шлягеров зарубежные гости впитывают атмосферу грядущей универсиады. Одной из первых в Красноярске приземлилась сборная Швейцарии по хоккею с шайбой. Страна интернациональная, тренер с итальянскими корнями. А один из игроков гарантированно станет своим в России. What is your name? My name is Sasha. Sasha? Yeah. It's a Russian name, I know. Это русское имя, я знаю. У вас очень большой и красивый город. Нам показывали картинки, и очень любопытно его исследовать. Возможно, время на экскурсии у швейцарцев будет предостаточно. Все-таки они не являются фаворитами турнира. Но на льду произойти может все, что угодно. По какой-то причине европейцы не стали ждать свой багаж, задержавшийся в пути, а сразу поехали в гостиницу. Ну а следом в терминале появились главные фавориты игр. Родоначальники хоккея с шайбой – сборная Канады. Конечно, команда России наш главный соперник. Мы готовились очень усердно. Мы дадим достойный отпор. Сегодня в Красноярск прилетело множество хоккейных делегаций, в том числе и бенди. Всех гостей объединяет одно – амбициозные планы. Естественно, мы приехали за золотом. А как же Россия, Швеция? В Красноярске выросло немало хоккеистов мирового уровня, которых хорошо знает за рубежом, но вспоминает не сразу. Вы знаете кого-нибудь из красноярских игроков хоккея, знаменитых? К сожалению, не знаю. А, нет, подождите. Сергей Ломанов? Он, кстати, имеет популярность среди игроков в Норвегии. Я знаю только русских, с которыми вместе играю. Известных красноярцев не знаю. Александр Семин. О, да, я знаю Семина. Он играл за Вашингтон. А он отсюда? Клево. Не исключено, что универсиада в Красноярске участникам откроет глаза на многие вещи. Но если кого-то и удивили музыканты в аэропорту, ну только не россиян. Фристайлисты были готовы к теплому приему. Вас когда-нибудь ансамбль встречал так? Нет, это только в России, я думаю, можешь встречать ансамбль. Ну, мы по-другому в России не умеем, мы же не американцы, где вот мы на чемпионате мира было все скучно, и приезжаешь, сам размещаешься, ищешь где что. Ну, наверное, наш менталитет по-другому не умеет. Что касается состава, то сборная России по фристайлу привезла на универсиаду своих первых номеров. Тот же Максим Буров на сегодняшний день сильнейший в мире лыжный акробат. Среди топовых спортсменов значится и красноярка Любовь Никитина. До церемонии открытия студенческих игр остается 3 дня. Но ощущение, что универсиада уже началась. Антон Соркин, Андрей Ткачук, Афонтово Спорт.